Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Хавейл F7. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали. Краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол в салоне, видите, кое-где вибропластом обработан. Задние двери голый металл. Передние двери также голый металл. Багажнику смотрим, пол в багажнике несколько кусков вибропласта, задняя арка с правой стороны небольшой кусок присутствует, с левой стороны голый металл. А это в автомобиле одни из самых шумных мест. Готовим поверхности, приступаем исправлять. Я закончили клеить вибропласт на Хавейле, проклеен у нас пол в багажнике, проклеен к задней арке, тщательно прокатываем валиком. Также проклеен у нас пол в салоне. По дверям смотрим, нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм, и приступили клеить второй слой мембраны шумоизоляции интегром 6 мм. Продолжаем нашу работу. Закончили клеить шумоизоляцию на Хавейле. F7 проклеен у нас по багажнику мембраны шумоизоляции Raptor 4 мм, также мембранный шумоизолятор наносим на задние арки и пол в салоне обработаем. Используем блокшот 7 мм, третий слой нанесли в дверях, у нас вибропласт, толщина его 2 мм, четвертый заключительный слой и наносим на дверные обшивки. Это у нас эксперт, 15 мм. Мобиль готов, собираем, проверяем, ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!